Поселок этот получил свое название по Тарковской косе, а изначально, да, от финского слова «тарка», да, которое предполагает собой некий морской термин, да, такой вот ориентир морской. Вот такое вот происхождение. Те, кто любит историю родного края, снова встретились в Сестрорецке. Арт-диалог с Еленой Валентиновной Смирновой состоялся в выставочном зале «Арт-курорт». Я не могу сказать, что я выбрала Тарховку, да, просто так вот, что называется, сложилось. А с Тарховкой связано взросление моего внука. На Белой горе он там буквально делал первые шаги, поэтому для меня, что называется, такое место достаточно важное. Моя мама, моя бабушка, дедушка жили на Тарховской улице одно время. Это, правда, разлив, но тем не менее. То есть у них много воспоминаний было связано с этим местом. То есть называется, наверное, генетическая память. На этот раз разговор был посвящен Тарховке. Название Тарховка дачный поселок официально получил в 1912 году по старому поселению, именовавшемуся также. Поселение располагалось у Земской дороги из Петербурга в районе пересечения современного Приморского шоссе и Тарховской улицы. Гости арт-диалога смогли разобраться в топонимике поселка Тарховка, узнать все о дачах и дачниках, а также окунуться в историю заселения этих мест. Виртуальная прогулка по улицам поселка позволила сравнить изображение с современностью с помощью архивных фотографий и открыток коллекционера Сергея Ренни. Ну, собственно, было здесь три таких дачных района. Основных – это Тарховский район, который получил планировочное решение первым, Тарховский дачный район, затем Канонирские дачные районы и Заречные дачные участки. И, наверное, Тарховка – это такое место, где еще, ну, так сказать, более-менее что-то осталось, хотя за последнее время, за последние годы пожары, бульдозеры, новое строительство, когда-то удачное, когда-то, наверное, не очень. Вот тоже, что называется, практически стирают с лица земли остатки этого района. Встреча была построена по книге «Дачи Тарховки», автором которой является краевед Елена Смирнова, автор публикаций в краеведческих сборниках и на сайте tereoki.spb.ru, член общества «Друзья Петергофа». Книга посвящена истории Тарховской дачной местности, ее дачам и дачникам. Является продолжением первой части «Сестрорецк. Дачная жизнь 100 лет назад». Архивный материал богато проиллюстрирован почтовыми открытками и фотографиями из собрания известного санкт-петербургского коллекционера Сергея Ренни. Чем оно еще было интересно, да, на самом деле, в этом селении родился замечательный художник Билибин, Иван Яковлевич Билибин, да, вы все, конечно, знаете это имя. Его отец был военным врачом. И, кстати, работал он в Кронштадтском военном госпитале, в Кронштадтском военно-морском госпитале. И там есть великолепная библиотека, и есть списки общества врачей, и, так сказать, отец Билибина в ней присутствует.